Ваше Величество, я прошу вас, отпустите меня на родину. Мне ничего не нужно, я просто хочу уехать домой. Ну что еще такое? Отпустите меня, умоляю. Ну а хоть бы вот и так. Вот такая моя воля. Разве овцу спрашивают, когда стригут? Может, я и овца, только пастух для того и приглядывает за паствой, чтобы печься о благе ее. Да ты посмотри на нее, а! Как с равными разговаривает! Да больная она, матушка. Горячка на нее нашла. Я мать будущего императора! Смотрите, его брать. Домой собралась! Смотрите. Ко мне! Отведите великую княгиню в спальню. Медики за ней присмотрят. Да ты давай помри мне еще здесь.